Привет, дорогие зрители канала Мир СНТ, меня зовут Джека, и мы с вами продолжаем играть в игру Сталкер Чистое Небо. В прошлой серии мы с вами прибыли в Лиманск, где нас, так сказать, не совсем хорошо встретили бандиты, которые, собственно, осадились по всему этому Лиманску и контролировали, можно сказать, почти каждый уголок. Но у нас все-таки получилось одолеть их, и теперь мы с вами выдвигаемся дальше по Лиманску. Кстати, хочется отметить то, что вот здесь вот сверху стоял пацан с пулеметом РПК, который просто палил по всем, всему, что движется. Так, у нас уже места не хватает, так что думаю, не стоит мне набирать всякого этого. Так, например, вот это надо выкинуть. Чё, что-то выкинуть? Ну, покушаем. Черт, все равно. Ну ладно, пофиг. Главное, что можем ходить более-менее. Так. Ну, черт, наемника одного нашего завалили. Тоже еще один мертвый. Продвигаемся вглубь города. Нужно добраться до канала за площадью. Там сейчас застряла группа наших. Будем помогать. Ох ты. Вроде малый не промах, поэтому предлагаю идти с нами. Рванули. Нифига себе, малый. И не промах. Да я просто зверь. Туплю, туплю. Аптечки. Что-то я тупанул чуть-чуть. На тебе, на! Окей, перезагрузимся. Вот, видите, какие тут засады и какие оружия у всех противников. Это пипец какой-то. Вы же здесь теперь просто... Вот эти патроны возьмем. Да все, больше ничего там не надо. Надо будет убежать, когда дастся нам задание уничтожить засаду. То не хочу рисковать. Там, кстати, на карте очень много было этих отмеченных мертвых. Города. Нужно добраться до канала за площадью. Там сейчас застряла группа наших. Будем помогать. Ты вроде малый не промах, поэтому предлагаю идти с нами. Рванули. Так, все сохранились. Рванули. Вот граната тебе. Сейчас я его гранатой. Будешь знать. Граната. Так, черт. Тупанул одного. Слушай, скотина. Воу-воу-воу. Кто? Свой, ты чё? Пока остаемся на месте, не торопимся. Так, все, всех убили. Фух, нифига тут трупов-то. Просто посмотрите на карту. Так, F6. Так, тут засада, да, была. Ох ты! Только антидот нужен был. Антидот. Антидот это против заражения какого-нибудь. Например, от зомби-вируса. Ух. Сколько людей полегло. И долговцы, и... Вы просто представьте себя. Ух ты. Какое оружие. Выложим это.
Где? Ёлки, да сколько же... Чёрт. Их лезут со всех сторон. Ага. Капец. Ох, разобрали быстренько. Так, блин, просмотреть решил, что у нас тут за тайнички. И какие вещи, блин, людей. А, просмотрел, блин. А, ладно. Ладно. Эта игра, блин, все сложнее и сложнее стоит. Я просто в шоке от того, насколько она сложная стала. Вы помните, что было раньше? Все было спокойненько. А теперь... Теперь нас просто убивают. Тайников сейчас мы откроем с этих трупов. Так, F6. Нас убили откуда-то из окон, по-моему. Что, по-моему, так и было, нас из окон убили. Ух ты! Ух ты! Ага, пустые, да? Да сколько же их? Лезут со всех сторон. Наемник! Давай быстрее канал! Ну ладно. То есть... Они оттуда выходят, да? Тогда я их сейчас задержу сам. Ёлки, да сколько же их? Лезут со всех сторон. Наемник, давай быстрее каналу, мы их задержим. Какой я вас не брошу, придурки. Я вас не... Наемник, не жги даром патроны, уходи быстрее. Какой? Своего грохнул. Нет. Чёрт, и уходить надо, блин, отсюда, оказывается. Я не хочу. Я хочу спасти их. Не должны еще умирать люди, не должны просто. И так сколько уже погибло. А тут идет речь еще о многих смертях. Наемник, не жги даром патроны! Уходи быстрее! Хуй метки. Не, блин, сейчас, чуть-чуть попробуем. Попробуем вообще немножко сдержать. Скорее всего, не бессмертные. В смысле... Бесконечно идти будут. Я думаю, так и будет. А, да вы... Офигеть! Тупо реально изо всех сторон. И как просто? Как они выживут-то? Тут всех перебьют. Они сами-то этого не понимают, что ли? То, что ребятам реально... Керды. Занять круговую оборону. Наемник, не жги даром патроны. Уходи быстрее. Как? Да вы... Блин, не, я, кажется, не смогу помочь им. Все NPC почему-то начинают стрелять по мне. Я не знаю, в первую очередь по мне. Может, потому что я какая-то более гуманная цель. А тут просто столько вещей. И хочется... Лезут со всех сторон.
Занять круговую оборону. Взять. Все, допрыгался. Ты покойник. Спокойно, наемник, не жди дара патроны. Уходи быстрее. Бей, ублюдков! Вот опять пули в меня летят. Ёлки, да сколько же их? Лезут со всех сторон. Наемник, давай быстрее канал, мы задержим. Охереть, не-не. Я тут не выживу, нет. Придется убегать. Тут либо нужна снайперка, которой у меня, к сожалению, нет. Либо нужна снайперка, которой у меня, к сожалению, нет. Как я интерес, как снайперка. Наемник, не жги даром патроны. Уходи быстрее. Стопой, стопой. Отходим. Сколько у меня? Да сколько же их? Лезут со всех сторон. Наемник, давай быстрее к каналу. Мы их задержим. Бил. Ну как я его? Пойдем их всех! Вот так! Будешь знать! Почему не умереть-то должны? Не пойму. Я думал, мы вместе пойдем. Я, конечно, не позволю это. На данный момент. Здоровье! Да. Да. Все, ты труп. Слушай, скотина. Блин. Ножи! Это вот, блин, не знаю. Любовь к NPC или как это назвать, она меня убьет. Так, 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 так. Пока есть шанс, пока есть шанс. У нас просто... У нас просто очень-очень мало медикаментов, и я не могу просто без медикаментов уйти. Нереально, сами посудите. Я просто... Не могу. Меня дальше убьют. Воу! Лови гранату! Только сколько сейчас переведу еще тех же самых медикаментов до хери еще. Еще и оружие такое хорошее, его я возьму, пожалуй. Конечно, я сейчас нарушил правила игры. Посрать. Не, ну блин. Да у нас вообще тяжелая артиллерия оказывается с собой. Я туплю, у меня и бульдог есть. И сейчас теперь снайперка и пулемет. Да я опасен. Я пипец как опасен. Ух ты ж. Ух ты ж. Вы просто представьте, какая это сила у меня в руках. Какая мощь. О. Снайперка есть. Теперь все полегче будет. Со снайперкой дела будут идти более решительно. Ладно, все, уходим. Окончательно не будем ломать игру. Они должны сами тут были продержаться без моей помощи. Ох ты, сколько у меня патронов-то? О, у меня
Тайничок, тайничок я люблю. Тайничок посмотрим. Давайте-ка. Ну-ка ты где, мой хороший? Черт, из другой стороны, походу. А, запрятали, блин. Так. Блин, опасное место. Так, по сути мы должны были бежать в страхе, но мы помогли, и они выжили. Я вообще не уверен, что там из их команды кто-то погиб, хоть один, вообще не уверен. Вот именно с этой вот атаки. Стоп, 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 стоп. Что за тайник-то? Черт. 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 А. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух, уходим, 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 уходим. Столько вещей. Ну-ка давайте-ка избавимся от некоторых. Например, вот от дроби, вот от 50 этих патронов. Эти оставим. Черный ястреб поставим. Это оставим, это оставим. Это тоже. Почти все нужно. Гранаты чуть выбросим. Что еще-то? Вот эти немного весят. Даже мало. Очень мало. Патроны все нужные. Конечно, этих дофигища, которыми мы просто не пользуемся. Но, возможно, будем пользоваться скоро. Так что я, пожалуй-ка, оставлю. Кто знает, какие нас напряги будут ждать скоро. С патронами, с медикаментами. Медикаментов у нас уже и так напряг полнейший. Тут уже даже не обсуждается. Тут уже видно то, что мы без патронов. Воу! Стоп, я здание отменил. Черт. Снайперка довольно-таки мощная. О, это по мне что ли? С баллистики снайперка. Наемник, ты вовремя. Мы застряли. И ни туда, ни сюда. Они сидят в здании на том берегу, и нас видят, как на ладони. Носа не высунешь. Лебедев сказал, мост надо взять. Стало быть, хоть как, но мы должны выбить их из здания. Эти сволочи засели в доме напротив. Мы у них как на ладони, так что рыпаться бесполезно. Только ребят зря положу. Мы отвлечем внимание на себя, а ты дуй во все лопатки к дому. Проберешься между укрытиями, а дальше чего объяснять? Вынеси пулеметчик, этот урок нам уже здорово не подступал. Ребята, прикрывай его! Что ж такое-то? Ребята, я толком попасть ни по кому не могу. О, это снайперка, блин. Повреждение нормально. Попадаю я в чело, в торс он нормально попадаю. Ой, даже в торс должно убить, по сути, сами подумайте. Разрывательная пуля просто. На часть. О, черт. И вот как мне просто к дому должен пробраться? Мне хотя бы чуть-чуть надо их расчистить. А я, блин, даже расчистить не могу. Блин, ну ладно, думаю. На этом мы закончим. Продолжим в следующей серии. Проберемся, собственно, убьем командира. Захватим дом,
А пока что все. Ну что, с вами был Жека из Мира СНТ. Не забывайте подписываться на видеоролики, ставить лайки, писать комменты. Также не забывайте добраться в группу ВКонтакте, добавить видео в избранное. Ну что, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях, в следующих летсплеях. До новых встреч!